30 автобусов получили спортивные школы Приморья. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка принял участие в торжественной передаче белорусского транспорта. 30 автобусов получат наши школы с тем, чтобы могли приезжать на соревнования, могли участвовать в различных спортивных мероприятиях, которые с каждым годом становятся все больше и больше, с тем, чтобы не было тех всегда вопросов поиска автотранспортного средства, соответствуя его всем техническим безопасным проездам, с тем, чтобы они были современные и, безусловно, повышали надежность поездок детей. Автобусы были закуплены из краевого бюджета. Как отметил губернатор края, новый транспорт станет хорошей поддержкой для юных спортсменов. Эти автобусы будут служить нашим ребятам, нашим детям, которые с каждым годом все больше и больше вовлекаются в спорт. У нас занимается порядка 80% детей с спортом. Это один из самых высоких показателей по регионам. Мы многое делаем, мы видим, насколько востребованы те спортивные состязания, которые проходят в крае, направлены на повышение именно развития детского спорта. Это дети Азии, которые прошли в прошлом году. В этом году прошли дети Приморья, в которых участвовало 1500 юных спортсменов из всех районов Приморья, из Китая, из Беларуси, из присоединенных республик и областей. В торжественной обстановке министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов передал ключи от автобусов. А затем Олег Кожемяка вручил благодарственное письмо гендиректору МАС Приморья Сергею Климову. Мы будем продолжать развивать это направление. Будем совершенствовать систему и спортивного оборудования, спортивного инвентаря, строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Делать все с тем, чтобы спорт Приморья развивался активно, с тем, чтобы Приморье было спортивной державой, и, безусловно, для нас важно, чтобы эту тенденцию, которую мы начали развивать, подхватило наше молодое поколение. В завершение мероприятия глава региона осмотрел салон одного из автобусов. Сиденья изменили, они больше поставили, потому что были вот наполовину. Ага. Это для детей. Ага. Значит, сделали кондиционирование, систему, это добавили в этот автобус. Да, вот присядьте. Это удобно. Конечно, да. Ваши пожелания были. Да, потому вы что бывало просили учесть такие сиденья короткие, и сложно было. Отметим, в мае этого года Олег Кожемяка вручил ключи от новых школьных автобусов 16 муниципалитетам края. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.